хороших мотоциклов много не бывает. Когда их становится больше двух, это уже начало великой коллекции. Мы сделали первый, собственно, шаг для того, чтобы человек, наш уважаемый заказчик, начал строить свою собственную коллекцию мотоциклов. И в данном случае его выбор пал на такие вот, собственно, значимые и горячо любимые мотоциклы. Мы их завершили одновременно, и они все втроем поедут к нашему заказчику. Первый — это ЧЗ-472-6. Ну, это классический мотоцикл уже конца советского периода, который, в общем-то, был как Lexus в Toyota. То есть это такой вот обалденный мотоцикл, который был немножечко круче, чем Ява. Следующий мотоцикл, который мы отправляем нашему заказчику, это Riga. Riga 16. Mokic, который был во времена Советского Союза и использовался как детьми, подростками, так и взрослыми людьми, которые на нем катались, перевозили грузы и, в общем-то, радовались и классно проводили время. Ну и третий мотоцикл, который там стоит у нас в самом дальнем участке, это Ява 634-01. Тоже обалденный мотоцикл, который, в общем-то, харизматичен, узнаваем и в простонародье называется Вишневка. Mokic Riga 16 в нашей мастерской не очень частый гость. И каждый, конечно же, у нас так получалось, что в разных расцветках был. В данном случае это темно-зеленый металлик с такими вот желтыми крыльями, которые также украшены царовочками, которые тоже темно-зеленый металлик. Она к нам досталась в очень комплектном и хорошем состоянии. На ней было 90% разных крепежей, на ней были всякие переключатели. Она сама по себе была не убитая, она была в хорошем, так сказать, техническом своем состоянии. И на ней, конечно же, не успели въехать в какой-нибудь забор или столб, поэтому вся геометрия рам была у нее в отличном состоянии. Здесь проведена вся работа, которую мы обычно делаем на мопедах, на мотоциклах, на любых, в общем, наших экземплярах. В данный момент она готова к тому, чтобы уже передвигаться. Не знаю, получится у нас их завести или нет. Сегодня на самом деле довольно прохладно. Но мы, конечно же, постараемся все их завести. И я думаю, что все это у нас получится. А вы порадуетесь звуку этих мотоциклов. Это классический Mokic, который использовался, в общем-то, в Советском Союзе. И это не только у нас такие мокики и мопеды были, они были по всему миру, в том числе и в Европе, и даже в Америке. Многие производители выпускали подобную технику. Справедливости ради будет сказано, что наши, конечно же, были хуже, чем конкуренты, в силу того, что обычно все вот эти вот велосипеды, мопеды, они выпускались именно для широкого потребления и, так сказать, практически из отходов производства. То есть их собирали просто валом, и стоили они дешево, и не очень-то углублялись в детали. То есть сборка была, конечно же, на очень плохом уровне. То есть много было кривых деталей, варили как попало, штамп лег криво, ничего страшного, заварили, отдали. То есть не было какого-то прям отдела технического контроля, который бы все это дело проверял на них, и они просто гнались и уходили в магазины, где расходились уже для населения. Той же истории, которая происходила в Европе, там те же мотоциклы Сакс, Вандерер, да и всякие итальянские, Пьяджо, они были, конечно же, на уровень выше, даже, я бы сказал, на пару уровней выше по качеству сборки, и там было много интересных решений к ним приведено, но тут спорный момент, потому что в то время капиталистическая Европа, конечно же, в силу конкуренции старалась завоевать сердца покупателей. У нас же такого не было, и поэтому все решалось сверху. Соответственно, это немножечко губило на корню, так сказать, всю вот эту нашу мотодвижуху, которая могла, конечно же, намного больше и интереснее развиться. Это мотоцикл Ява модели 634-01. Это первая в линейке, так сказать, мотоциклов с дуплексной рамой уже новой
новые усовершенствованные конструкции, которая пошла на смену мотоциклу Ява 360-559, в простонародье которые назывались старушки. Мотоциклы типа Ява старушка были в стандартном вишневом окрасе, который был такой бордовый, именно цвет вишни. В народе, естественно, он прижился, потому как это единственный мотоцикл такого цвета был, который выпускался стандартно с завода. В общем-то, да и сейчас, на самом деле, очень мало мотоциклов, которые выпускаются в такой вот именно интересной, красивой раскраске. В основном идут какие-то черные, серые, синие, в общем-то, много таких стандартных цветов. А вот красных мотоциклов действительно мало. И когда пришел мотоцикл Ява модели 634, он остался именно в этом же раскрасе, такого же, как и была Ява старушка. А следующие модели уже типа 634-7, 638, они были уже более яркого цвета, который подходил под красный больше. И, естественно, ее прозвали Вишневка, потому как она все-таки походит по цвету на именно те старые модели. Но это кардинально другой мотоцикл, у него дуплексная рама, у него совершенно другой мотор, тут вот уже другой картер, другие цилиндры, хорошее охлаждение, стильный внешний вид, то есть все обводы, все контуры, они позволяют мотоциклу до сих пор привлекать взгляд. Мало того, из них много делают кафе-рейсеров, потому что рама соблюдает все каноны. Можно сделать действительно полку, поставить треугольник, выставить там, убрать все бардачки, и будет классный мотоцикл. А можно ставить его, как он есть и должен быть с завода. Сразу оговорюсь, эти зеркала – это не родные зеркала, мы прекрасно это понимаем, но они широкие, хромированные, и заказчику, в первую очередь, они понравились, и мы решили их оставить. С завода, конечно же, там были совершенно другие зеркала. Ну и мотоцикл ЧЗ – это самый, наверное, продвинутый и самый такой вот модернизированный мотоцикл из семейства Ява ЧЗ. Он был очень во многом отличался, конечно же, от Явы. То есть, мало того, мне такое ощущение, что люди, которые его проектировали, они действительно были спортсменами, хорошими инженерами, они были на короткой, в общем-то, руке с народом, то есть они знали, как это все дело должно быть, как люди хотели бы ездить на мотоциклах. И в последующих своих версиях, то есть начиная там, с ЧЗ модели 472, они каждый раз усовершенствовали свои, в общем-то, мотоциклы, которые с каждым годом становились только лучше. Значит, первые модели были, конечно же, довольно архаичный, то есть там были все те проблемы, которые были на Яве, но 472-4 ЧЗ, 472-5, 472-6, с каждой моделью что-то новое вводилось, то есть менялась приборная панель, менялась система подвески, менялись органы управления, менялся бак, менялось сиденье, менялись крылья. Все шло к тому, чтобы сделать мотоцикл действительно достойным. И у них это получилось. Вот модель 472-6 самая лучшая модель из всех ЧЗ, на мой взгляд. То есть здесь выполнено на данный момент все, и улучшать здесь даже уже, собственно, нечего. Поэтому, если посмотреть даже просто объявление на Авито, допустим, да, когда продают бэушные мотоциклы, в общем, если посмотреть на ЧЗ, то они, как правило, меньше всего колхозятся. Там просто нечего колхозить. На нем все уже есть. Есть дуги передние, задние, есть удобная ручка, чтобы его поднимать. Сиденье просто идеальной формы, которая удобна и водителю, и пассажиру. У него большой объемный бак широкой формы, который позволяет его даже обнимать ногами. Низкопосаженный руль, в то же время широкий, с удобными переключателями, которые уже используются на 638 Яве и на последних 634. Классный мотор, который самый надежный из всех, то есть у него чугунные цилиндры, 634 блок и коробка, которая неубиваемая, ремонтопригодная, все детали используются от других мотоциклов, то есть и от Явы. Все это дешево и, опять же, очень-очень надежно. Передняя вилка алюминиевая, подвеска надежная, отлично работающая даже и по сей день. То есть у нее классные картриджи внутри, которые абсорбируют масло и не дают вилке отбивать обратно. Она покрыта хромом, то есть у нее хромированные сами штоки, они не изнашиваются. А сверху гофра, которая закрывает и не только сам шток от грязи, но и, в общем, не дает попадать даже в воде. Фара здесь такая же, как на 638 Яве, за исключением того, что она выполнена из алюминия. Кожухи фары также выполнены из алюминия. Это довольно интересно. Рулевая колонка здесь также собственная. У нее сами штоки расположены шире друг от друга, а расстояние между траверсами увеличено для того, чтобы как можно больше обхватывать рабочую часть вилки, чтобы не было никаких люфтов. Выхлопная система
самым лучшим звуком среди семейства Яв. То есть звук ЧЗ-то непередаваем. Выполнен, наверное, таким образом, что помогает выхлопным газам выходить из цилиндра, тем самым увеличивая мощность и позволяя на больших оборотах не забивать глушитель выхлопными газами, чтобы они спокойно выходили и тянули за собой следующую смесь. Привод заднего колеса здесь закрыт специальным кожухом, который защищает все это от грязи. То есть не летит на него никакая пакость с дороги, которая обычно портит цепи, портит звезды, и они приходят быстро в негодность. Здесь этой проблемы, конечно же, нет. Надежная система впуска топлива, то есть стандартный карбюратор, который использовался на Яве Старушка, еще придуманный очень-очень давно. И здесь разница только лишь в жиклерах, поэтому он адаптивен к этому мотору более чем. Электрика этого мотоцикла также надежная, удобная и информативная. Широко расставленные поворотники четко показывают намерение водителя, куда ему нужно повернуть. Приборы, которые показывают не только скорость, но и частоту вращения коленчатого вала. 4 глазка индикации, которые показывают зарядку, наличие зарядки, дальний свет, индикатор поворотников, а также индикатор нейтральной передачи. Сзади массивный и широкий большой стоп-сигнал, который, в общем, светит 2 лампочками, как на габарит, так и на стоп-сигнал. А по бокам расположены также поворотники, которые тоже позволяют свету отражаться с боковых частей мотоцикла. Подвеска мотоцикла очень мягкая, а 18-дюймовые колеса позволяют преодолевать всякие неровности дороги. Я думаю, более подробно про эти мотоциклы вы сможете посмотреть на нашем канале. Там много видео, которые посвящены как ЧЗ-ту, так и Яве, в том числе и мопедам Рижского мотоциклетного завода. Это непередаваемое ощущение, когда ты заходишь в собственный гараж и видишь там не один, не два, а 3 сияющих мотоцикла, готовых пуститься с тобой в приключения, доставить тебя до пункта назначения, либо просто прокатиться с тобой по вечерней свободной трассе и обдуть тебя холодным ветром набегающего воздуха. Мы, в свою очередь, в своей мастерской с радостью поможем осуществить такую мечту и сделаем хоть коллекцию, хоть один мотоцикл, хоть 10, хоть 1000. Поэтому все контакты нашей мастерской будут в описании под этим роликом. Там есть телефон. Звоните, мы подробно и качественно расскажем вам все моменты реставрации таких мотоциклов. Ну а с вами был Юрок. Желаем вам всего ровных дорог. Ну и думаю, скоро уже сезон будет открыт.